Вот. Ну, собственно, те, кто был на семинаре, который раньше проводили, они, собственно говоря, эти слайды видели. Мы будем говорить из этого объема слайдов только в части грантов. Да? Но опять же, поскольку вижу и старые лица, и новые лица, кое в чем повторюсь. Так, давайте двигаться дальше. Вот, собственно, на эти вопросы, я думаю, у каждого из вас так или иначе есть ответы, да, почему вам нужны деньги, в какой момент они вам понадобятся, как вы будете, откуда вы их будете брать, поэтому давайте двигаться. Вот, собственно, основные, на время не обращайте внимания, вот основные источники, откуда вы можете брать деньги, да, в принципе. Это те деньги, которые лично ваши, самый надежный, самый лучший источник, но, к сожалению, его не всегда хватает. Дальше, чужие сбережения, это деньги ваших знакомых, родителей, там, ну, кого хотите, соседей, вот. Это, в общем, тоже надежный источник, он выгоден, он иногда бывает выгоднее, чем банковский кредит. Но, опять же, во-первых, бывает очень сложно собрать достаточно большую сумму, во-вторых, неизвестно, как у вас отношения потом с этими людьми будут складываться. Вот, учредители, позвать дополнительных инвесторов в свой бизнес, которые эти деньги принесут. А вот дальше, внимание, есть такие люди, называются бизнес-ангелы. Под хороший бизнес-план они вам деньги дают, вы реализуете этот проект, они потом свою долю в бизнесе продают. Очень хороший, в общем, вариант для очень многих людей.